Хасаном. Говорит, алиману билля яшмаль. Смотри, очень важная вещь. Что такое вера в Аллаха? Когда человек говорит, я верю в Аллаха, что включается в это выражение? Говорит, вера в Аллаха включает тебя. Четыре вещи. Включает в себя четыре вещи. Первое. Аль-иман би уджудилля. То, что человек должен верить в существование Аллаха. Это первое. Би анна Аллах вахиду фи рубубиятихи. Второе. То, что должен верить, что Всевышний Аллах один единственный в своем господстве. Ва анна вахиду фи илахиятихи. Ли истихакихи аль-ибада. Третье. Что он должен верить, что Всевышний Аллах один достоин поклонения. Анна вахиду фи асмаихи ва сифатихи. Яни лейса камисли шей. Также он четвертое, что он должен верить, что Всевышний Аллах один единственный обладает такими именами, атрибутами, которыми он обладает. И нет ничего подобного ему в этих именах. Валейся камис лейшей фисафатихи. И нет ничего подобного ему в этих атрибутах. Как это понять? Можно ли сказать, я вижу и Аллах видит? Можно так сказать? Можно. А как тогда мы говорим, что нет ничего подобного ему? А? Да. То есть Всевышний видит, и мы видим, но Всевышний, наше зрение, наше видение не подобно чему видению Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Наше зрение, как называется, ограниченное, униженное, так, а зрение Всевышнего или видение Всевышнего Аллаха такое полноценное, совершенное, так, не имеющее что ограничений или недостатков. Говорит, кама каля тааля, как Всевышний сказал, лейса камисли шей ун ва хуа самиу аль-басир, нет ничего равного ему, и он что? Слышащий, видящий. Фабаяну каули антумина билля хуа шарху тавхиди куллихи. Поэтому, если мы начнем разъяснять, что такое веровать в Аллаха, придется разъяснять весь таухид, так? Рубубия, асмаа ва сифат, илахия, существование и так далее.